Третья, зеленая, со звездочкой, со светодиодом. Короче, режу похуй. Правильно, азбука Морзе. Мне нравится. Смотри, короче, давай с проводами. Что там? У меня 6 проводов. Так, желтые есть? 2 желтых, 3 красных, 1 белый. 4 режь. Точно? 1, 2, 3, 4. Да, отлично. Теперь у меня провода, но они горизонтальные. Чего, блин? Там звездочки. Точно такие же? Ну почти, только они. Точно такие же? Одна вообще как Кэнди, знаешь? Блядь. Сколько их проводов? Давай 6. Попробуем по этой же инструкции. Не, стоп, там другая, по идее, должна быть. Потому что тут еще картонка нарисована. Ну, типа, они заклеены как-то. Блять, какая картонка? Ты картонка, что ты сразу не там сказал? Я сказал. Ты про картонку ничего не говоришь? Сказал. О, я нашла, там не картонка, там звездочки какие-то. Ну да, звездочки, да. Вот. Да, непонятно, блять. Усложненные провода. Посмотрите на каждый провод. Так. Над проводом есть светодиод, так. А под ним есть место под символ звездочка. Угу. Для каждой связки провод, светодиод, символ используйте приведенную ниже диаграмму Вена. Провода бывают разные. И нихуя не понимаю. А, вот провода. У провода красная расцветка. Какая у него расцветка? Ну и тут есть синяя, белая, кэнди, белая, белая, красная. Я вообще не понимаю. Тут это реально сложное. Потому что усложненное, блядь, понял уже. Потому что тут вообще не могу понять, что это. Ладно, звездочки у тебя где есть? На трех предпоследних. О, на трех последних, короче. Белое-белое, красное. Провода. А! Первый провод какой? Синий. Второй провод? Белый. У него горит светодиод? Нет. Звездочка есть? Нет. Ладно, третий. Третий кэнди, на нем горит свет, но нет звездочки. Так. Четвертый. Четвертый белый, горит звездочка. Ну, снизу, но не свет. Так, и все со звездочкой идут. Да, вот 3 последних звездочка. Ну, там, короче, предпоследняя, там странная звездочка какая-то. Короче, режьте серийный номер какой? Бля. Где последняя? Серийный номер, блядь, где? 4. Ну, тогда... Не, нихуя. Блядь, минута 40. Тут все сложилось, когда я видела другую там страницу. Бля. Давай сам инсессий под конец уже, блядь, если что, на рандом зарежем. Давай. Гласная есть. Так, гласная есть. Горит. Горит у меня... Ошибок у нас еще не было? Не, зеленая, зеленая горит. Желтая. Так. Быстрее, 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 быстрее. Желтый горит. Зеленый. Красная. Синяя. Подожди, желто-зеленая надо, да, было? Да. Так. Ну. Сейчас, подожди. Просто подряд было красное, поэтому сам взял. Все, так, давай, Скэнди, у нас 30 секунд. Я нихуя не понимаю, ты бы видел тут эту инструкцию, это просто ебануться можно. Что, может, наугад резанем? Какая ты думаешь? Какая? 24 секунды. А, нет. 21. Короче, режь, есть белое со светодиодом? Нет. Ну, который, где горит светодиод, то и режь. Нет. Я не знаю. Чё-то на С. А-а-а! Синий! Нет? Что такое? Что такое? Я объебался, потом все порезал, и у меня 0,49 осталось. Я прошу. Ты все порезал. Я все порезал, я не знаю, бля.
Ничего не понимаю. Я порезал твой, потом начал все нахуй резать, бля. Так. Какого цвета? Белое? Желтое. Желтое. Больше двух элементов питания? Один. А, один. Желтое. Да. Задерживай. Синее. Четыре. Так, отлично. Блять. Ты понимаешь, я по пунктам должна идти. Если не первый пункт, тогда второй. Я понял. Нельзя в другом порядке. Так, смотри. Два вот с цифрами, где по центру цифра сверху. И вот это. Блять, голова болит уже. У меня тоже. Сейчас. А, есть цифра. Так, два. На второй позиции. Вторую позицию нажми. Я нажал три. Запомним. Три. Так, четыре горит. Ту же позицию нажми. Три. Третью позицию. Один. На первом этапе ты что нажал? Бля! Ну, сука, ёбаный склероз! Тройку или двойку? Тройку, тройку ты нажал. Точно? Нет. Нажал. Ну, по-моему, тройку. О, правильно, правильно. Четыре горит. На третьем этапе ты что? Два. По-моему, двойку. Ехала. Блядь! Дальше. Блядь, давай это напоследок оставим. У меня 1, 2, 3, А, Б, С. Это провода, перетянутые друг между другом. Чего, блядь? Чего, блядь? А, нашла. Так, в этом модуле несколько панелей с проводами, но одновременно видно лишь одну. Вы можете переключиться на следующую панель, используя кнопку вниз, да. И на предыдущую, используя кнопку вверх. Блядь! А я думал, переключиться можно, я ошибку допустил. Не переходите к следующей панели, пока не будете уверены, что перерезали все необходимые провода на текущей. Что я прочитала. Блядь. Давай, давай, две минуты. Нет времени смеяться, давай, блядь. Ты перережьте провода, следуя приведенной ниже таблицы. Я сейчас им булки перережу в игре, естественно. Что у тебя на этой панели? Один перетянут на Б синей хуйней, двойка перетянута на... Подожди, закрой рот, пожалуйста. Первый красный провод? Первый какой провод? Первый провод. А цифра один — это синий провод. Первый синий, он к какой букве подключен? Б. А, все правильно. Режь его. Что, синий? Да. Так. Второй. Двойка красная, перетянутая к А. Второй красный. Блять, где второй красный? Минута остается. Второй синий, второй черный, второй красный, перетянут к А. Тогда не режь его, значит. И третий? Третий к Б. Красный. Красный. Третий красный. Тогда тоже его не режь. Следующую панель включай. Ошибка! Да в смысле? Так наверх нужно было или вниз? Тройка к Б. Я не знаю. И от нее синяя еще была, не забывай. От чего синяя? Ну, первая к... От 1 к Б и 3 к Б тоже. Только первая к Б синяя, а третья к Б красная. Ну все, так. Блядь, ГГ нахуй, улетели, блядь. Что? Да не расстраивайся, там же сказали, что нам в любом случае взорвется. А нет, ну конечно, время истечет, конечно, взорвется. Так, давай сразу быстро. Символы. Улыбака, Б, вопросительный знак перевернутый, и Ж. Базар сжёг. Улыбака, Б? Да, Б, перевернутый вопросительный знак, и Ж с запятой. Б или Б с мягким знаком? Б, просто Б. Какая улыбака, блядь? С языком. Ж. А! Так. Сначала у Б. Б. Потом Ж, перевернутый вопросительный знак. Все, и прошел. Так, блядь, нет, не хочу к этим. Цифры. Этот, где цифра горит, и нажимать надо. Сверху где? Одна сверху? Да, да. Горит какая? Четыре. Четвертая позиция. Так. Цифру запоминай. Не могу, сложно. Говори мне, я тебе попытаюсь запомнить. Горит четыре? Не, сейчас один горит.
Тогда нажми кнопку со значением 4. Так. 4-4. 2. Горит что? С тем же значением, которое вы нажали на первом. Четверку нажимай. Четверку цифру или номер? Четверку цифру, цифру, цифру. Нажал. Че горит? 3. Тоже четверку нажимай. Да! Нет! Что, нет? Все, с нуля. Одна ошибка. Блин, 3 горит. Что за бред? Какую по счету ты нажал на первом этапе? Уже с самого начала. С самого начала? Да, да, 3 горит. Хорошо, что горит. 3. 3. Третья позиция. Так. 4 нажал на третьей позиции. 1. 4 тоже нажми. 4 цифру? Да. Так. 1. 4. 4 цифру. Да. Так. 2. Это третий этап? 3 прошли, сейчас четвертый. 2? Да. Ты уверен? Да. Сейчас, по-моему, третий этап. Сейчас четвертый, 3 горит уже. Хорошо, тогда 2 горит? Да. Цифра сверху. Тогда первую позицию даже. Так. 4 горит. На третьем этапе что мы нажали? Четверка, там, по-моему, Четыре вторая. 4 нажали. 4 надо? Тем же значением. Фух, все. Так, блять, азбука Морзе. Азбука Морзе и в горизонтальные провода. Блять. Ну, которые мы делали. Усложненные. Сложные провода, давай. Давай, усложненные провода. 4 горит индикатора, это... Первые 2 не горят, остальные все горят. А, звездочка на второй... Так, подожди, первый. Нет, подожди, первый какого цвета? Белый. Без всего. Без всего белый. Красная нарисована. Без звездочки, без светодиода. Да. Не надо его, значит, резать. Так, красная второй. С звездочкой. Красная. Звездочка. И звездочка... S. 3 секунд. Есть последняя цифра серийного номера. Какая? 8. Режь. Порезал. Еще надо. Второе. Третья. Зеленая. За звездочкой со светодиодом. Короче, режу похуй. Правильно. Азбука Морзе. Блядь. Я на рандом порезал все правильно. Блин. Ты гоняешь меня в панику. Я на рандом все правильно порезал. Блять, тут такая сложная схема. Я вообще, чтобы ты понимал, я сижу и в монитор пальцем тыкаю и смотрю, где у меня так палец, потом добавляю сюда палец по этой схеме. Абортсиня. Абортсиня. Серийный номер АБЕХ 5. Все, абортсиня. Тихо. Синяя. И написано прервать. Аборт. Тогда зажми, просто зажми и говори, что синь, светится. Желтая. Тогда 5. Лабиринт. Так, треугольник у меня первая строчка третья. Я нахожусь, первая строчка последняя. Кружочки. Нет, сначала говори, где кружочки. Кружочки, вторая строчка, третий круг. Ну. Ты тут? Алло? Мне пизда. Блять! Бля! Сука. Из-за этого реально Дискорд, я не знаю, как он так залагал. Рэнк, бомба. Так что бомба-то? Вопросительный знак перевернутый. Проволока. Бля, ты предупреждай. И С в другую сторону, но... С точкой. Какая проволока? Ну вот это С, вот это проволока, блядь. Поросячий хвост. И еще. Вопросительный знак перевернутый и... С в другую сторону. С в другую сторону. Проволока и вопросительный. Так, Саймон Сейс. А синяя? Желтая. Красная, синяя, красная. Все, прошел. Усложненные провода. Сейчас, давай, первый какой? Синий, без всего. Без всего синяя? Да. Тогда пропускаем. Следующий. Красная со звездочкой снизу. Красная и звездочка. Последняя цифра серийного номера. 2. Тогда режь. Так, следующий еще раз. У меня следующая белая совсем. Белая с светодиодом и с, да, звездочкой.
Не надо, наверное, резать. А, следующее, белое со светодиодом? Ну, тоже, наверное, не надо. Следующее, просто белое без всего? Тоже не надо, наверное. И синее без всего? Синее? Я так понял, резать? Да, наверное. И что-то еще нужно порезать? Еще что-то? Да. Может, по порядку как-то надо? А, нет, первое было синее, да. Без ничего. Без всего, да. Ты порезал Нет. его? Резать? Тогда режь. Еще что-то надо порезать. Все нахуй. Все резать? Да не, ну. Белое совсем. Белое со светодиодом и белое без всего. Ну режь тогда совсем. Так. Еще две, куда еще резать? Ну, наверное, со светодиодом. Нет! Бля, ну все уже, все, одна ошибка есть. А, азбука Морзе. Ой, бля. Пип-пип-пип. Пип. Пип-пип. Пип. Бля, ебаный рот, я хуй знает. Длинная. Короткая, короткая, короткая. Пауза. Длин. Так, Б. Вторая. Я не пойму. Это первая буква была. Вторую букву включай. Времени нет. Бля. Бля, это вообще пиздец. Азбука Морзе, это ебля.